Потому что те, кто не в гармонии, как бы упираются в стену. Но даже когда уперся в стену, есть вариант. Когда уперся в стену, вот так, можно развернуть ситуацию. Вот. Уперся в стену, развернул ситуацию и настраивайся. Или чувствуй себя. Границы себя, куда не так идешь. Если не так идешь, вот он. Наполнение своего поля. И наполненность чувствуется. Наполняем свой шарик или цилиндр, кого как. И работаем с наполнением.